Приветствую всех любителей кровавых единоборств, с вами Раш Танидзука, и это онлайн мясо по игре Mortal Kombat. И сегодня у нас собрались лучшие бойцы со всего света. Итак, встречайте. Mortal 1516762, Real Power 79, B3, Western, Димосик 818 и Black Swamp Walrus. И мы начинаем мясо! It has begun. Так, я все продолжаю свою традицию выбора бойцов по порядку, и теперь у нас следующий, это Найт Вульф на очереди. Против меня взяли Джонни Кейджа. Так, начнем вспоминать приемы. О, хорош прием. Получить в себя молнию. I make this look easy. Ну что ж, отколбасим эту звезду. Ух ты, какой! Вот, 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 вот. А, X-Ray! Ух ты, блин! Ты сам яйца выстрелил, блин. На! Джонни! Эй, ты что, все в одно и то же место метит, а? А! Блин. Молодец, подготовился. В отличие от меня. Что у меня еще Найт Вульф умеет делать? Кроме как вот выставлять яйца. Ну-ка, дайте мне вспомнить! О! О, отличный удар! Черт! Ой, чуть-чуть! Так. Ух ты! Блин! Я думал, сейчас наперкот подловлю, но ни хрена не вышло. Так, с фаталити облажались. Ну ничего, ничего. Is a new king. Итак, пока идет загрузочка, следующий боец выходит. Так, Mortal. Короче, будем звать его просто Mortal, потому что читать эти цифры это невыносимо. Scorpion. А вы, друзья, в комментариях пишите, какая игра из серии Mortal Kombat у вас самая любимая? Игр было много, начиная еще с Sega, с игровых автоматов, Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate, Trilogy, по-моему, или как там он назывался еще. Так, надо весь экран сделать. В общем, было много Mortal Kombat, которые из них самые ваши любимые, друзья. Хотя я уверен, наверное, что окажется МК9, то есть тот, в котором мы сейчас играем. Complete Edition это практически то же самое. Так. Mortal вроде бы ведет пока. Так, ну Black Swamp начал неплохо отвечать. Да. Победил Mortal в первом раунде. Ух ты, какая встречная серия. Ух
подрывает снайпер-код. Ну, у Black Swamp есть все шансы выиграть. Нет, он опять нарывает снайпер-код. Так, открылся X-Ray. Есть шанс подеть противника и сломать ему кости. Так, ну Скорб не дает шансов, нет. 2-0, победил Mortal. Как-то все слабенько сегодня начинают. Без фаталити. Что ж, ждем следующего боя. А пока у нас перерыв между боями, советую взять мышку и нажать левой клавишей на лайк, если вы любите онлайн мясо, друзья. Итак, значит, у нас вышел на арену Real Power 79. Реально силен должен быть он. Джонни Кейдж. Так. Ну, против Джонни Кейджа. Тут у нас сегодня популярен Джонни Кейдж. Fear me. I make this look easy. Round one. Популярность Ван Дамма растет. Fight. Несмотря на то, что новых фильмов не выходит практически. Или выходит, но не очень хорошего качества. Но... кровавый спорт forever. Пока что нуб спамит просто безнаказанно. Ну прыгай ты, я не знаю, что-нибудь делай. Ах ты, вот такие перкоты налетают. Да, нужно бить в прыжке хотя бы. О, вот это хорошая атака. Отлично. Нет, тут уже, по-моему, без шансов. Хотя еще полжизни есть у Real Power. Было, по крайней мере, сейчас после X-Ray станет еще меньше. Все. 2-0 в пользу Mortal. Так, что-то он все пытается сделать, но не получается у него. Pay your respects. Опять куча Джонни Кейджа в комнате собралось. Три клона подряд. Вышел Шан Цунг на арену. Это у нас B3. Лю Кэнг. Так, ну персонажа убирают, это хорошо. Так, что-то Mortal призадумался. Кого же взять против Лю Кэнга? Лю Кэнг. Б3 его решил поторопить, но тот по-прежнему думает, он решил взять Рейдена. Рейден, возможно, преподаст урок шолинскому монаху. Thunder take you. Show me what you can do. Round one. Fight. Опа.
Спасибо, Шаолиньский Ван озвучил неплохую серию. В этот раз уже преимущество не за Mortal. Спам, спам. Спам будет продолжаться, пока ты не придумаешь, как от него уйти. Неплохо сделал. Отлично. Первый раунд за B3. Прижал и долби, долби, долби. Даже какие-то проблемы с плащом случились, а он, по-моему, закрутился неизвестно куда. Ух ты, красиво было. Все, безоговорочная победа, 2-0. Текс, опять облом с добиванием. Зато мы посмотрели на маленького дракончика. There is a new king. Так, персонаж в костюме Ермака вышел на арену. Это у нас Вестер. Скорпион. Ермак. Скорпион против Ермака. Пока ведет. Известно, чем закончится раунд, потому что противники одинаково примерно сильны. Да, уже силы сравнялись, но X-Ray от Ермака и Вестерн сейчас, по-моему, у нас падет. Да, это все. Это проигрыш в первом раунде. Потому что во втором раунде Б3 придется собраться с силами. Неплохо жжешь, товарищ. Прыжок вверх помогает, но не всегда. Да, хорошая атака, почему я никогда ее не использую? Могла быть неплохая серия, если бы Ермак ее не прервал. Гори, гори, ясно, чтобы не погас. Никак не можно избежать этой атаки, еще нарвался на гарпун. Счет 1-1. Раунд 3. Файт! Весь секрет — это нужно просто постоянно двигаться на арене, приближаться к противнику, а не пытаться отсидеться в уголке. Да, Ермак у нас сегодня будет хрустящий. Срай не помог, все поджарили. И фаталити, друзья.
Неплохо приготовили Эрмака. Поделили на несколько порций, можно налетать. Кто любит мясо? Мы любим мясо. Throne defended. Так, следующий противник. Димосик 818. Сразу же берет своего любимого нуба. У нас нуб против нуба. Два нубаса, друзья. Fear me. Fear me. Бойся, бойся. Вот так вот прозвучал речь вступительная. Кто кого больше напугает, короче, сейчас будет идти. Уже идет борьба. Так, спам начал пугать уже Босика. Босик ничего с ним не может поделать, хотя глупого боец он должен знать его атаки, как от них уходить. Вот это ржать, вот это... Вот это реально по-нубски. Так, вспомнил одну атаку, которую можно легко контратаковать во время этого приема. Не забываем про X-ray, товарищи. Отлично. Победитель первого раунда получает по заслугам и показывает все, что он съел. Так, но спам, спам, друзья. О, хорошо, кстати, было лежать и ничего не делать. Вот он по тебе пробегает. Но, ну что ж ты, эх. Ну, неужели нельзя было еще раз сделать эту атаку в воздухе? И за это тебя располовинят. Кричи, не кричи, но ты уже наложил свои кирпичи. Это заслуженная десятка. Просто ребят ставить пятерки за спам, но ребята, это не его косяк, это косяк того, кто играл. То, что он не смог противопоставить ничего этому спаму. Причем уже давно все пути найдены, все это. О, кстати, моя очередь. Так, черт. Не буду я драться с этим спамером! Я не хочу, он спамер! Так, ой, я Сайрекс сейчас же беру. Хреново. Так, а что, он выбирает специально, типа, зеркальных противников, чтобы показать, что мы говно, а он крутой. Но в моем случае у него получится это доказать, потому что я вообще с Сайрексом играть не умею. Что ж, посмотрим. О, у него старый костюм. Ну, тогда у меня есть шанс. Safety's disabled. Combat mode engaged. Как там сетку пускать? Fight. Ух, чуть-чуть. Ай, что я. А. Так, так, тихо, тихо, тихо. А что? Блин, надо сетку лучше спускать. Так, получилось. Так, я первый должен освободить. Почему я? Да блин! Блин, ну это вообще, ну, блин, я этим бойцом вообще ни хрена играть не умею, ладно. Конечно, ты должен был подготовиться, все дела. Но не было у меня времени подготовиться. Все мясо происходит практически спонтанно, у меня нет времени просто еще играть помимо него в эти игры. Собака такая! Успел все-таки свою сетку пульнуть. О, что за удар? Ну блин!
Блин, это ж удар надо было, когда в прыжке делать. Черт. Это вообще просто вафля, это не бой, а жопа какая-то. Иди, иди так, мужик, хватит кидаться своими какашками тут. Вот так дерутся, мужики, понял? Вот так! На! Черт! Себе я еще понял, как тебе удар! Ну-ка! На! Напоследок! Черт! Сам упал вообще! Вообще, блин! Я даже после смерти тебя уронил, чувак. Так, что-то все застыло. Надеюсь, не вылет он. Экран еще весь в трещинах. Почему? Так, кого-то выкинул из комнаты, по-моему. Throne defended. Итак, пошли по второму кругу. Black Swamp Walrus вышел на арену. Johnny Cage. Sub-Zero. Johnny Cage и Sub-Zero. Там набрали интересное. Ой. Я тебя заморожу. А я добью тебе рожу. Так. Неплохо заморозил сам себя в такой интересной позиции. Ух ты, блин, нифига себе. Какую лужу ты сделал. Я долго терпел. Так. Ну, Black Swamp у нас неплохо вроде бы сейчас себя показывает. Конечно, постоянные спамы заморозки. Дают о себе знать. Только хотел подойти по... О, красава! Это было красиво. Черт, начал проигрывать Black Swamp, и он проиграл первый раунд, хотя начал очень неплохо. Что ты поддаешься на заморозки, прыгать надо. Его удар используй. Эх. Отлично, еще ударчик. Ой, блин. Да, технично Б3 уходит от всех атак. Прерывает бомба. Эх, замерз. Ну, Кейдж, давай. Царь засиделся на горе. Нет, нет, он будет сидеть дальше. Счет 2-0.
Наконец-то фаталити для меня. Fatality. Give your respect. Итак, у нас осталось два поединка в этой серии. У царя уже 5 побед. Это очень неплохо. Итак, на арену выходит Real Power 79. Мы ждем от него чего-то реального, реально сильного. Лю Кэнг, Кабал. Let's see what you made of. Посмотрим, из чего ты сделан. Я сделан из огня. Раунд. Fight. Ух ты. Да, Б3 очень неплохо пользуется всеми атаками противника, очень хорошо спамит. Очень хороший спам. Вот эта серия попёрла, 13 ударов. У Рела Пауэра пока что-то не хватает Пауэра, чтобы выиграть. Только X-Ray может его как-то спасти. Вовремя нанесённый X-Ray, но, к сожалению. Раунд 2. Fight! Просто летает как грязная тряпка по арене. Ну здесь вот атаку, да, вот, видишь, что он творит. Все, 2-0. Так. Выпустил кишки и наткнул на штыки. Pay your respects. Такой симпатяга. Так, ну что ж, заключительный бой. Если вдруг новичок победит, то будет бонусный бой с моим участием. Если проиграет, то на этом все, друзья. Так, у нас Димосик 818, то есть. Сектор. Ну. Рейден. Смок. Смок. Нюб Сайбот. Нюб Сайбот. Это что, у нас уже битва идет или что, я не пойму. Что за херня творится на экране? Если вы хотите, чтобы противник не увидел, что вы кого выбираете, делайте невидимку. Вы лучше покажите нам хороший зрелищный поединок. Ты много куришь. Where there is smoke, ты чё, врач, что ли? Раунд 1. Fight! Ты
сначала у демона, но сейчас пошло плохо. Фи. Да, это неплохая атака у Зарыса. Ой, у Сектора. Извиняюсь. Вроде как бы смог закидывать тебя под землю своим дымом, а в это же время Сектор улетает под землю, и то есть непонятно, что произошло, пока ты получаешь удар, то уже становится все понятно. Да, открылась такая неплохая серия, которая 100% работает. Практически бесконечно. Неужели нельзя поставить нижний блок или что-то в этом роде? Остается только сделать X-Ray, но он уже тут не спасет, если ты не знаешь, что делать с этим противником. Ну хотя бы пнуть его разочек по черепу. Ух, все. X-Ray от Сектора. Так что он пытается сделать какой-то интересный фаталити. Бабалити, елки-палки, вот это конец серии. Ух ты! Капец. Ну что ж, на этой веселой ноте, друзья, данная серия завершается. Не забывайте писать ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписался. С вами был Rush Наридзука. Всем удачи, всем пока.